Наташ, прости, что мы так поздно, просто тут это... Что? Где ж ты так нарезался-то, а? Чудо. О, да как? Ты что, делаешь? Ой, давай. Падай. Ну все, Валер, ну перестань. Я к тебе со всей душой, понимаешь? А ты с этим зрячком, какого хрена, а? Ща! Ты нам вчера брякнул кое-что, помнишь, нет? Чё? Что дома за тебя взорвался? Да ты чё? Не, не может быть такого. Чё не может быть? Я слышал, Гарик тоже. Слышь? Не, брат. Вы чё-то попутали. Это ты попутал? Чё вы там сделали, а? Стену снесли? Трубу газовую задели? Лёх, ничего мы не задевали, стену ничего не ломали. Я правда не понимаю, о чем речь. Мутный ты какой-то. Чё, по пьяни каешься, а теперь в отказ? Лёх. Чё за дела, Валер? Лёх. Ни в чем не виноват. Ничего мы не сносили. Каяться мне не в чем. Я ни в чем не виноват. Я правда. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Антох, привет. Здорово. Не помешаем? А ты чего? Срыгнешься. Ну, мы знаем, да. Надо к старому дому съездить, цветочки положить. Да, мы вот тоже собирались. Сюда. Почему молчишь, говори? В общем, Антох, мы посоветоваться на самом деле хотели. Мы вчера вечером встретили Валеру, гастарбайтера нашего. Он был синий, прям в дрова. Ну и че? Ну, говорил, что взрыв. И все это из-за него. Смешно. Валера, взрыв. Ну и как он это объяснял? Да никак не объяснял. Я сегодня с утра к нему зашел, он все отрицает, говорит, типа пьяный был, ничего не помнит. Мы же тоже не дураки, мы же слышали. Да. Пластит это был, пацаны. Пластит. Теперь подумайте головой своей. Нахрена работягам пластит во время ремонта? А Валера ваш обожжался и пурги нанес всякие. Елена, доброе утро. Извините, я тороплюсь. Я могу вас подвезти, садить. Куда вам? А вам не все равно? Елена, давайте поговорим спокойно, без нервов. Это в ваших же интересах. Я же сказала, что я тороплюсь. Я понимаю. Понимаю, вы расстроены. Потом ваша мама. Не называйте ее так. Хорошо. Ирина. Она же все равно продаст свою долю. Хотите вы этого или нет? Такие уж у нас законы. Ничего не поделаешь.
потом эти суды, издержки, бюрократия. Вам оно вообще надо? А тут вы сэкономите и время, и деньги. Как тебя там, Виктор? Виктор Павлович. Да пошел ты, Виктор Павлович. Ну ладно. Не хочешь по-хорошему? Проходите, проходите. Андрюш, проходите, не стесняйтесь. Что происходит? Что вы делаете? Уходите отсюда. Ага, сейчас. Закройте. Проходите. Это, да? Не обращай внимания. Что значит не обращай внимания? Это моя квартира, я здесь живу. Откуда у вас ключи? Это мои ключи. И мои полквартиры. Ну что, нравится? Светлый, да? Да, ничего, нормально. Скажите ей, чтобы она убрала отсюда свое шматье. Леночка, вы не могли бы убрать отсюда вещи? Нет, не могла бы. Убирайтесь отсюда! Пошли вон! Но я же вас предупреждал. Вы сами до этого довели. Теперь этот человек будет вашим соседом. Он арендует комнату на время, до момента сделки. Всего доброго. Вы не имеете права. Убирайтесь отсюда. Я сейчас полицию вызову. Да вызывай кого хочешь. Я имею полное право сдавать свою комнату. Поняла, девочка? Нет, пока не нашла. Слушай, Соня, давай я тебе перезвоню. Такой. Я брат Вики. Вики Корзун. Вы знаете такое? Фух. Ты меня напугал. Простите, я не хотел. Как ты меня нашел? Вика про вас рассказывала, я видел ваши фотки. Мы с ней часто в этой кафешке встречались. Встречались и что? Я торчал здесь сутки напролет. Ждал вас. Зачем? Скажите, где моя сестра? Она уже больше месяца не звонит, не пишет, ее телефон недоступен. Понятия не имею. Так она работала на вас. Она работала на себя, я просто помогала. Что, найти клиентов, да? Вика говорила, что она работает моделью, но я-то не дурак. Она проститутка, да? Нет. Она не проститутка. Если я увижу ее, я скажу, что она обзвонила. Вера, послушайте, наши родители там сходят с ума. У моего отца очень больное сердце. Уже было 2 инфаркта. Я прошу вас, скажите, где ее найти? Если вы мне не поможете, я пойду в полицию. Коля, ты что опять тут снимаешь? Пойдем домой. Я людей снимаю. Коля, ну у людей горе. Оставь ты их уже в покое. Ну, они же ничего домой не знают. Они думают, что их дом взорвался сам по себе. А я знаю, я видел. Я говорил им, понимаешь? Но они ничего не хотят слушать, они хотят мне только рот заткнуть. Коля, ты опять за свое. Коля. Мама, а ты что, с ними заодно? Ты тоже хочешь мне рот заткнуть? Коля! Я смотри, врачу позвоню. Скажу, что ты опять лекарства не пьешь. Нет, поверь, мама. Не сегодня. Я им все расскажу, слышишь? Я им все расскажу.
Я вас знаю. И вас. Я вас сразу узнал. Вы жили в этом доме. Ну, до взрыва. Здорово, Гофман. Ну, что за перец? На место сумасшедший живет здесь с мамкой рядом. А вас я не знаю. Это свои, Кот. Говори, чего пришел. Антон, у меня наитие было. Как будто я должен выполнить какой-то алгоритм. Понимаешь? Вот. Я взял камеру и начал снимать, как они взрывают тут все. Кто они? Сущности. Они живут в тонком мире, иногда пересекаются с нашим. И от них нельзя скрыться, они все про нас знают. Ну, они даже могут через стены проходить, правда. По делу говори. Я тут все снимаю, чтобы хорошо было. Слушай, Гофман, ты взрыв сам снял? Взрыв? Нет, я спал тогда. Я не успел, жалко, правда? Слушай, Коль, иди, мы с ним разберемся. Антон, ну ты посмотри, здесь хоть темно, но видно, как они все готовят ночью. Ты когда это снимал? Я же говорю, ночью. А днем взрыв был. Это они все сделали, сущности. Подождите, я не понимаю. Вы же сказали, что она не проститутка. Смотри, твоя сестра никогда не стояла на точке, не работала в борделях. Она просто жила в свое удовольствие, понимаешь? На мужиках зарабатывала, это да. А это что значит? Это значит редкие разовые свидания, при которых всегда есть выбор, спаться кем-то или нет. То есть у нее все-таки были клиенты? Ну, это можно назвать по-разному. Вообще, в Москве этим очень часто промышляют. Зайди в любой ночной клуб и сам увидишь, сколько там охотниц за толстыми кошельками. Хорошо. Вы так и не сказали, где ее можно найти. В одном из этих клубов? Уверен, что хочешь знать? Да. Поехали. Приходите еще. Следующий. Добрый день. Федеральная миграционная служба. Проводим проверку по району. Приготовьте документы. Какие? А вы не знаете. Паспорт, регистрацию, патент на работу. Еще сотрудники в магазине есть? Нет, только я. Прекрасно. У вас документы в порядке? Понятно. Давай звони своему хозяину. Понимаете, она мне говорила, что все документы у нее в норме. Она меня обманула, получается. Да ничего, я вас не обманывала. Вы знали прекрасно, что у меня нет ни регистрации, ни патента. Нет, вы посмотрите на нее, а? Когда я ее на работу брал, она мне все показывала, клянусь. Фальшивку мне подсунула, да? Слушайте, да ничего я вам не подсовывала. Что вы такое говорите, а? Так, давай, снимай фартук и пошла вон отсюда. Пошла вон отсюда, ты здесь больше не работаешь. Поняла? Поняла. Мужчины, понимаете, подставить меня хотела. Ну, подставить. Ну, вы же участковый, ну, сделайте что-нибудь, я вас очень прошу. Ну, да, она формально моя мать, но это формально. Вы понимаете, что этот мужик, он позвал к себе гостей, они пьют, курят, дебоширят, орут матом. Я боюсь просто, понимаете? Нет, ну а если они нападут на меня, что тогда? Знаете что? Я буду жаловаться на вас. До свидания. Сейчас она придет. Увидите его. О! Ленок! Ты куда? Это Ленок! А? Пойдем с нами посидим, выпьем. По-соседски, так сказать. А? Я не пью, и тем более не собираюсь с вами знакомиться. О. Ну тихо, ну мы же
по-человечески, по-соседски, так это нормально все, ну. Ой. Да? Ну. Ну и как твой новый сожитель? Не шумит? Не обижает? Убери его отсюда. Ты все равно ничего не добьешься. Еще как добьюсь. Я тебе еще троих подселю. Чтоб ты нос не могла из комнаты высунуть. Не смей мне угрожать. Ты мне никто, поняла? А я не претендую. Только ты сама приползешь. На коленях. Не дождешься. Ты будешь умолять, чтобы все миром решилось. Я уже проконсультировалась с юристами, правда, на моей стороне. У меня есть свидетели, которые докажут, что ты никакого участия в моем воспитании не принимала. Я выиграю все суды. Ты мне никто, меня воспитывала бабушка, понятно? И прав у тебя на квартиру никаких нет. Ты доживи сначала до суда-то, а то ведь с такими сожителями можно как-нибудь утром и не проснуться. Куда вы меня завезли? Дверь закрой. Пойдем. Я хочу, чтобы ты сам это увидел. Открой. Давай, смелей. Ты же хотел знать. Должна быть. Все, Антон. Нет больше работы. Артур меня уволил. Козлина старый. Ты как так уволил-то? Ну, я сейчас пойду поговорю с ним. Тебя восстановят быстренько. Ты же знаешь, я людей умею убеждать. Не нужно. Правда? Так и хрен с ним, с этим Артуром. Устроим тебя в другое место. Че, магазинов мало, что ли? Как? У меня нет паспорта. Мне нужно ехать в Беларусь и восстанавливать паспорт. Так в чем проблема? Я организую тебе билеты, съездишь в Гродно, маму заодно проведешь. А? Просто ты не все знаешь обо мне, и поэтому тебе кажется, что все так просто. Почему кажется? Ничего мне не кажется. Я просто хочу действительно понимать, что происходит. Может, ты мне объяснишь, расскажешь, и я... Я не могу тоже. Правда, и... Может быть, когда-нибудь и... Я ей расскажу. Как все это случилось? Я не знаю, правда. Нашла я в квартире съемную. Задушенной из провода на шее. Кто за что, понятия не имею. Почему в полицию не сообщили? А что бы я им сказал? Для всех она просто шлюха. Без рода, без племени. Квартира была снята на мое имя. Даже разбираться бы никто не стал. А мне геморрой до конца жизни. Знаешь, как-то не хотелось бы в тюрьму. Сам понимаешь, сидеть за то, что ты не совершал. Я привезла ее, пыталась связаться с вами, с родственниками, но данных не было, поэтому...
Поэтому вот так все. Мне правда ее очень жаль. Хорошая была девчонка. Точно не знаете, кто ее убил? Я думаю, очередной клиент. Больше некому. И что теперь делать? Ее ведь как-то похоронить надо. С этим реально проблемы, вот в курсе. В полицию обращаться не советую. Про меня никому ни слова. Все буду отрицать, ничего не докажешь. Я бы на твоем месте по-тихому вывезла ее в лес и там похоронила. Родитель. Тебе ведь это все объяснить надо. Не знаю. Объясни как-нибудь. Скажи, уехала в Европу, там, в Америку. Вышла замуж, живет счастливо. Не знаю. Мне кажется, уж лучше так, чем вот это правда. В общем, решать тебя. Про меня забудь. Прости меня, Вика. Я всегда буду тебя помнить. Спи спокойно, сестренка. Нашего дома по поводу взрыва слышно с ней? Ничего, ты даже мне не скажешь. Слушай, Антох, ты же знаешь нашу тему. Чего я тебе буду объяснять? Ну, не могу я. Я же не трепло. Дальше меня не уйдет, я тебя отвечаю. Да какая разница? Я не могу ничем таким делиться. Не могу. Давай выпьем. Хорошо. Давай тогда так. Я тебе кое-что расскажу. Ну, ты со своей колокольни скажешь. Могло бы так или нет? Идет? Давай. Могло бы такое, что наш дом тут специально взорвал. Ну, то есть, залез взрывчатку в подвал и подорвал. Могло бы? Вполне. Всякое может быть. Угу. А ты вообще с чего это решил? А? Давай, Антох, говори. С чего взял-то? Я серьезно, говори. Угу. Свидетель есть. Угу. С видеозаписью. Что за запись? На ней какой-то мужик. В форме рабочего. Заносит мешки в подъезд. Один. Ночью. Что? Ничего. Этим делом знакомый занимается. Я чуть-чуть в курсе, только учти, Антох. Я тебе ничего не говорил, мы с тобой это не обсуждали, лады?
Я могила. Наташа! Ау! Я тебе там чайку заварил свежего. Будешь? Нет, спасибо, я не хочу. Куда ты собираешься? Да, в Гродно. Автобус через полчаса. Уезжаешь? Да, поеду паспорт устанавливать. Ага, ну ты же вернешься. Вернусь. Но уже не сюда. Спасибо, что приютил. Погоди, Наташа, ну, ты живи сколько хочешь. Твоя комната. Она будет тебя дожидаться. Я так не могу. Извини. Я что-то сделал не так? Скажи мне. А, из-за вчерашнего, да? Прости меня, пожалуйста. Ты был очень добр ко мне. Спасибо. Пока. Ну, короче, не вдаваясь в детали, за последние 2 года произошло 4 похожих взрыва, и не только в Москве. Во всех случаях обнаружены следы взрывчатки. То есть, подожди, это теракт? И да, и нет. Наши думают, что злодей действует в одиночку. Почерк везде один и тот же. Устраивается в бригаду по ремонту квартир. Спустя некоторое время устраивает подрыв. И после каждого раза к нам на электронку приходит письмо. И что там? Цифра там. Без подписи, мотивов там или чего-то такого. Просто цифра. Ваш дом 5-й. На его счету. Охренеть. Угу. Подожди. Что это? Ну, то есть это месть, это политическая акция, я ни хрена не понимаю. Не знаю. Мой друг считает, что это просто маньяк, шизоид. Ну, а вы что? Может, есть какая-то информация, я не знаю, описание, фоторобот? Там такой фоторобот составили, что под него каждый второй подходит. Обычный работяг, не старый, волосы русые, особых примет нет. Ладно. Давай забачу твоего. Хороший человек был. У вас в подъезде кто-нибудь ремонт делал? Целая бригада погибла. Вот видишь, этот маничелло наверняка с ними работал. Русы, да? Да. Че? Есть какие-то мысли? Нет. Вот ты, сука! Сука!
сказал. Я ее сейчас сломаю. Ты сиди здесь, курица. Сейчас иду. Извините, пожалуйста, что так рано. Мне просто некому больше было обратиться. Что случилось? Меня пытались изнасиловать. Ну-ка, заходи. Кто? Мать, она подселила ко мне какого-то алкаша. Она хотела квартиру. Хочет квартиру продать. А я не хочу. Он, понимаете, он. Тихо. Ну-ка, на, выпей. Я уже спала, он зашел ко мне в комнату пьяный и начал приставать. Я в ванной 3 часа просидела. Падла. Значит, короче, сидишь здесь, не выходишь никуда, поняла? Можно в полицию вызвать. Я сам разберусь, поняла? Что такое боль? Знаешь, чем отличается животное от человека? Ты думаешь, интеллектом, умением базарить или ходить на двух ногах? Раскаянием и состраданием. Ни одно животное не способно сострадать, даже если оно кому-то причинило боль. Ну, что ты? Я смотрю на тебя и думаю, кто ты? Животное ты или все-таки человек? А давай проверим, а? Меня на зоне прозвали Женей Бесом. Теперь ты понимаешь, почему? Чего ты на нее полез, а? На малолетку. Силы решил взять, да? Без спроса. Ну что ты ноешь-то? Ты же мужик. Что ты грешишь-то, как баба? Здравствуйте. Мне нужно паспорт новый сделать. Это здесь? Да, здесь. Давайте старый. А вы знаете, у меня старого нет. Я его потеряла, а у меня только свидетельство о рождении. Заявление о потере писали? Нет. Просто это не здесь было, это в Москве. Ясно. Свидетельство давайте. А. Пожалуйста. Посидите немного, я копию сниму. Ну, заходи. Его здесь нет? Не веришь мне, сама проверь. Мы с ним просто поговорили, он собрал вещички, да и поехал. А как вам это удалось? Ну, я просто умею убеждать людей, наверное. Так сказать, подбирать нужные слова. Евгений, спасибо вам большое. Я даже не знаю, что бы я без вас делала. Это что, кровь? Вы что, подрались? Нет. Так, ерунда. Он просто когда вещи собирал, об угол ударился. Неловкий очень. А он точно больше не вернется? Я тебе отвечаю.
Евгений, а если моя мать, она еще кого-нибудь подселит? Она так это просто не оставит. Ну, за это не переживай, ладно? Не подсели. За мной запри, ладно? Она в кабинете сидит. Погуляй 10 минут. Здравствуй, Наташа. Года. Олег, пожалуйста. Я 3 года тебя ждал. 3 года. Олег. Ты не представляешь, что я пережил за эти 3 года. Пожалуйста, отпусти. Что, кобеля себе нашла? Да? Помогите! Заткнись! Заткнись! Что случилось, товарищ майор? Капитан, иди своей дорогой! Пожалуйста, помогите! Держите себя в руках! Пусти меня! Дай мне поговорить, жена! Я тебе не жена! Она не хочет с вами разговаривать. Успокойтесь. Идемте со мной. Мужика своего видел? Угу. Дай руку. Что? Руку, говорю, дай. На. Передай ему, забыл. Пожалуйста, не трогайте меня. Я же не хотела. Ты на свою родную дочь пацана отравила. Садись. Садись, пиши расписку. Угу. На хату не претендую. Давай. Ленке больше не звони, ты ее не знаешь. Хорошо. Заявься сюда еще раз, я тебе ноги сломаю. Хорошо. Берешь свою шапиру и валите отсюда. Хорошо. Пока ветер без камней. Угу, да. Ловить вам больше нечего. Ничего. Подпись и дата. Пацан, ты не ругайся. Я помогу. Во. Спасибо, Жень. Ерунда. Ну, как дела, боец? Сам не видишь? Хреново все. Без мамы теперь никуда. Сопли-то подотри. Ты ж мужик. Ты не должен помогать, а не она тебе. Издеваешься? Можешь, конечно, и так же не прожить. Сидя на коляске. И ныть постоянно. Как же так со мной поступила судьба, а? А можно ведь и побороться. Один шанс из 1000. Мне так сказали. Да хоть один из миллиона. Ты понимаешь, что это шанс? И ты должен его грызть. А смысл? Если не получится, что тогда? А тогда ты можешь себе сказать, что ты попробовал! Понял?
Обвинять других в своих бедах – это то же самое, что… что признать их власть над собой. А так поступают неудачники. Ты же не такой. Здорово, партизаны. Где ты ходишь? Я вам чай в берлогу пронес. В чем с хуй сидеть? А, завязываю. Тема есть. Короче, я встретился со своим другом ФСБшником. Он подтвердил нашу версию со взрывчаткой. Это реально был теракт. И тот, кто его устроил, живет в нашем доме. И кто это? Че, Валера все-таки? Гастарбайтер? Он. И у меня есть все основания полагать, что я не ошибаюсь. Да ладно тебе, это же Васюк. Я тебя умоляю. Ошибаешься, Женя. Этот, как ты выразился, Васюк таким макаром уже 5 домов разрушил. Это закрытая информация. Понятно, что по телеку ничего не говорят. Специально от нас скрывают. Прикрываются чем? Взрывом бытового газа. Ошибка в строительстве. Ну, вы сами всю эту хрень знаете, слышали. ФСБ считает, что он реально маньяк. Да с чего ты вообще взял, что это наш Валера? Ну, он же сознался тогда по пьяни. Это раз. Во-вторых, мы все видели видео. Ты его, Сереженька, тоже смотрел. Ну, и в довершение ко всему, ты не задумывался, почему это Валера среди работяг единственным выжил во время взрыва? В общем, било у меня нещадно. И часто, и подолгу, и ой. У него на почве ревности вообще крыша поехала. Он бы, наверное, убил бы меня когда-нибудь. А что сейчас делать? Я и ума не приложу. Давай так поступим. Ты поезжай обратно в Москву. Документы мне оставишь. Я сам все оформлю и паспорт тебе вышлю, хорошо? Спасибо тебе огромное. Да ладно. Все мы люди, все по одной земле ходим. Чем смогу, тем помогу. Что ты предлагаешь, сдать его ментам? Вот. Для этого я вас всех и собрал. Нам нужно вместе решить, что мы будем делать с вами. Хорошо. Ну, для начала-то он должен признаться. Он что, дебил в таком признаваться? Ну, и смотря как надавить. Хотели знать мое мнение? Валеру никому я сдавать не собираюсь. Возмездие должно быть быстрым и неотвратимым. Хорошо, давайте так. Мы его сдаем. Его будут судить минимум год, я думаю, дольше. Хорошо, его посадят пожизненно. Но он, собака, будет живой, сидеть в тепле, жрать, пить. Все это за наш счет. Что-то мне кажется, что это не очень справедливо, нет? Знаешь, что несправедливо? Если его на суде признают невменяемым, посадят в дурку, а это практически санаторий. Согласен. Подождите. Что, предлагаете казнить его? Слушайте, мужики, мне бы с ним побазарить в тихом месте, ну так, тет-а-тет. Если он виновен, он расколется, я тебе отвечаю. Добро.
Слушай, ты же ремонтом занимаешься, да, Валер? Занимаюсь, а что надо? Да просто моему другу родители квартиру купили, она ушатанная вся. Надо бы стены покрасить, ламинат положить, ну, короче, ремонт сделать, вот, справишься? Че денег? Ты сам с ними поговори, он на улице ждет. Я думаю, не обидит, у него родители богатые. Mm-hmm. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Далеко идти-то? Да нет, тут за углом. Ты, дядь, смотри. Че? Я им сказал, что ты очень крутой строитель, чтобы тебе цену набить. Как? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, мама. Тебе место нет. Понял? Да, в смысле, я с вами еду, ну. Свободен. Смотри, паскуда, ты заносил мешки в подвал? Нет. Отвечай! Нет, я не заносил ничего. Ты же сам сказал, взрыв из-за тебя был. Это я про баллон говорил. У нас баллон. Мы потолки натягивали. Он ржавый был, я думал, что это он взорвал. Так был баллон, да, тварь? Ты говорил, что не было. Тихо. Знаешь, говоришь, были баллоны, да? Ты что на фуфло гонишь, слышь? Мужики, я клянусь, это не я. Пацаны, ну, поверьте, зачем мне это нужно, ну? Вот мы сами бы хотели знать. Мне не верите? Давайте вызовем полицию, ну. Все по закону разберутся. Они знают все. Зачем так-то? Что за самосуд-то? А? Видите, он уже полиции готов сдаться. Есть вопрос? Это он, мужики. Ну чего? Кто его кончит? Что, струхнули?